Так, ребята, всем привет. У нас сегодня вторник. Сегодня нам разослали префлоп модели. Я их подробно изучил. Буду внедрять в практику. Также сегодня моя катка прошла успешно. Я сыграл 2 часа. Ну, больше не могу. И ушел в плюс. Это уже хорошо. Это меня радует. Я вижу результаты своей работы. А это немаловажно. У меня есть мотивация работать дальше. И, в принципе, очень мне помогли статьи в разделе «Стратегия». Я изучил только 2, но уже чувствую результат. Я уже понимаю, как, что и где работает. Также я вчера первый раз играл со статистикой, с хадом. Тоже очень классная штука, мне очень понравилось. Так забавно, если я почувствовал профи. У меня там такие все циферки. То есть красиво. И все, двигаемся дальше.